Накипело в эфире телеканала ТНТ «Онега». Меня зовут Денис Базанков. Сегодня у меня в гостях Никита Ковынев, секретарь по идеологии комсомольской организации КПРФ в Карелии. Здравствуй. День добрый. Сегодня 1 июня, День защиты детей. Хочу от тебя услышать, что это за праздник? Кто от кого там должен защищаться, да, по идеологии, я не понимаю. Но самое дорогое, что у нас есть, это наши дети. Согласен. О том, как мы их любим, можно говорить бесконечно. Но для того, чтобы ответить на ваш вопрос, мы должны сначала задуматься, а хорошо ли живется детям нашей с вами Родины. Ну, для того, чтобы ответить на данный вопрос, нужно вспомнить, а чего вообще хотят те, в чью честь введен в календарь праздников этот день. Безусловно, после учебного года все, без исключения дети, абсолютно их большинство, хотят отдохнуть. После этого вернуться в достойное жилище, где их будут ждать прежде всего мама и папа. Также дети убеждены, если они заболеют, то их обязательно вылечат. Это вот и есть, в принципе, все требования, которые дети выдвигают к нам, к старшему поколению. Выполнить эти требования, на мой взгляд, является основной задачей и государства, и общества, и семьи даже, без исключения даже и семьи, потому что семья – это ячейка общества. Безусловно, вот эти требования, их нужно выполнять. Потому что мы сегодня видим, что психологическое состояние отдельных личностей, наши с вами недруги стараются сделать проблемы всего общества. А недруги – это кто? Те же американцы, которые сегодня, скажем так, выстраивают единый фронт против нас, теми же санкциями. Когда мы озвучили требования, давайте посмотрим, а как они вообще у нас осуществляются, их исполняют. Ну и здесь мы должны понимать, что сегодня мы видим, что детских организаций у нас крайне мало. Детских организаций, хоть отдыха, хоть досуга и так далее, их очень мало. Следствием этого, на мой взгляд, является то, что 6 тысяч детей и подростков в нашей стране являются хроническими алкоголиками. Также мы видим, что хроническим заболеваниям и функциональным отклонениям подвержено большинство нашей молодежи. Также такая простая, может быть, цифра 45%. Вот 45% молодых семей, они нуждаются в решении жилищного вопроса. Когда мы это все видим, мы должны понимать, что, следовательно, требования эти выстраиваются сегодня очень остро, выходят на повестку дня. Их нужно решать как можно быстрее. Безусловно, решить эти требования реально. И здесь, естественно, нужно было бы, на мой взгляд, лучшим подарком для детей восстановить замечательную советскую традицию «Все лучшее детям», которая предусматривала доступность детских учреждений, отдыха, досуга, ну, тебе же, да, в ответ сейчас могут сказать, что, собственно, все есть. И да, безусловно, все есть. Этом. И здесь я хочу сказать о том, что Компартия работает над этим. Вот я сегодня принес в наш эфир несколько таких, скажем, методичек, в которых показаны примеры. Но для начала скажу нашим телезрителям о том, что в городе Златоусте при поддержке одного из депутатов Компартии детям был дан в подарок игровой городок с качелями, площадками, даже настоящим фонтаном. А на территории всей Российской Федерации проходит вот патриотический обучающий проект «Знамя нашей Победы». Целью данного проекта является воспитание патриотов, людей, которые будут горды за нашу тысячелетнюю историю, так, и за всю нашу страну, и будут работать на благо ее развития. И второе – это то, что при поддержке Компартии Российской Федерации проходит также один из крупнейших смотров детского и юношеского творчества – конкурс «Земля талантов». Ну, вот все-таки, если объективно так посмотреть, что ну совсем плохо нашим детям. Ну, благодаря таким такого рода проектам, скажем так, дети наши живут, и им есть куда отправляться. Здесь также можно приводить примеры бесконечно КПРФ. Тоже то, что Геннадий Андреевич Зюганов, он ходил к нашему президенту, ему разрешили подчинить Артек. Отправляли тех же детей из Новороссии. Вот, к слову сказать, почему День защиты детей? Так День защиты, если взять, например, воюющий Донбасс, от тех же бандеровцев, которые наступают. Ну вот скажи, сегодня ограничили продажу алкоголя. С часу дня, по-моему, ее не продают, да? Вот это как, защита у нас? 364 дня в году ее алкоголь продают, а сегодня вот защитили мы детей. Данные меры не должны быть такими спонтанными и раз в год. А если они есть, то они должны быть регулярными. Ну что ж, это взгляд нашей молодежи на День защиты детей в Российской Федерации. На этом я сегодня предлагаю закончить. Напоминаю нашим телезрителям, у меня в гостях был Никита Ковынев, секретарь по идеологии комсомольской организации КПРФ в Карелии. Вы смотрели «Накипело» в эфире телеканала ТНТ «Онега». Всего доброго!